Привет. Рассказывай. Короче, я был за рулем. Все было прекрасно. Тормози давай, тормози сюда. Трияновы? Да. А почему? Я выпускные. Я ему не мог отказать. Сука, правду давай говори. Хорошо, сижу в офисе. Слышь ты, хочешь, чтобы она выжила? Бухай. Меня жена дома ждет, может, не надо? Пожалуйста. Все. Встретился с друзьями, культурно сидели, выпивали. А деньги где просрал? Ограбили. Да? Иди сюда. Ой, блин. Лето – это встречи с друзьями, велосипедные прогулки, поездки за город, пикники и еще много других развлечений. Лето – это всегда прекрасная погода. Только что же солнце было! Лето – это вовремя понять, что прошло уже больше половины, а ты нахрен из дома выходил пару раз. В смысле уже поллета прошло? Лето – это отдых в странах заморских. Лето – это неистово худеть в последний момент, чтобы успеть хотя бы к концу сезона. Лето – это обожраться мороженым, ведь так хочется освежиться. Ты же вроде неистово худела. Вообще-то тут только клубника и базилик, так что считай, пью лимонад. Лето – это засыпать, когда пьяные уроды наконец замолчали, и началось пение. Лето – это любовь. Да что просто? Мама, я фуд-фетишист. Фуд... А это что-то с ногами, да, Свет? Ой, не говори, не говори, я сейчас погуглю. О, Панин! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Чтоб ноги твоей здесь не было! Ёб твою за ногу! И что? Ты меня в гроб загнать хочешь? Я уже одной ногой... Да, блин! Так, все. Сейчас же идешь к психологу. Одна нога здесь, другая там. То есть ноги ты чьи-то любишь, а мать нет. О, а может тогда бабушке пятки попилишь? Отдавай сюда презервативы, держи носочки. А почему ты снизу-то начал? Там посередине, прости господи, много интересного. Нет, ну а почему тебе тогда тетя Ирина дочь не нравится? У нее же лицо, как шершавая пятка. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Такую песню испоганил. Ух, я... Ну все, я пошел. Так, а ты куда? Колял на тусовку. Давай, повеселись там от души. Сиськи пожамка. Чё? Никакого алкоголя, понятно? Окей. И никакого курения. Ладно. И в азартные игры тебе тоже нельзя играть. Хорошо. И с девочками тебе еще рано общаться. Дим, ты где ее нашел? В библиотеке. Не ходи в библиотеку. На каком этаже тусовка? На 9-м. На балкон не выходить. Хорошо. Дверь незнакомым людям не открывать. Окей. Вести себя надо порядочно и прилично. Понял. И чтоб 9 был дома. Я не поняла, ты на тусовку не идешь, что ли? А смысл, б***ь? Тогда я схожу, ладно? Я тебе схожу! Ладно. Слышишь, дядя, я до центра доеду, то у меня майбах сломался. Женщина, куда вы претесь? Я сюда первый сел. Слышь, ты что, вообще быдло, да? Проезд оплачиваем. Платиновую карту принимайте. Apple Pay. Что, кэшем? Сколько? Так а сколько проезд стоит? За одного? А можно сделать, чтобы эти все съебались? Шеф, ты чё, ты поворот проехал? В смысле эта херня не поворачивает? Бабуля, вы чё, не палитесь, тут люди. А, это мука? Чё такое мука? Фу, а чё это тут так воняет, а? А, это всё тут так воняет. Стюардесса, короче, пересадите меня в бизнес-класс, принесите шампанского и рыбу. А может тебе пиздать? Рыбу не надо. И не отвлекайте водителя. Женщины, присаживайтесь. Тихонько только. Let's try it. А где моя сумка, а? Не знаю.
А где моя сумка? Аля, я не знаю, где сумка. Твоя сумка! Я сумка не... моя где? Она была... Я не видел! Она была... Я не видел! Она... Я не видел! Она была... Я не видел! Ты что, ее кусал? Аля, это что, совсем крейзи? Добрый вечер. Шкал. Добрый вечер. Скорую вызывали? 10 минут ехать. Воскреситься успела. Я же все дела по дому успела переделать. Идите отсюда вообще. Хорошо, идите. Хорошо, ой, пошли. Ой. Я сейчас кровь у вас просто возьму, пальчик. Я сейчас кину кровь, сейчас возьму у вас кровь. Это все в рамках закона. Единая Россия, подлецы. Ой, мне плохо кажется, вы меня вот этой штукой своей убиваете. Что у вас конкретно болит? Все болит. Но будьте хорошей девочкой, я у вас кровь сейчас возьму и все. А че ты шляешься вообще ночами-то? Как, я же работаю, людям помогаю. Ты бы себе помогла! У вас все в норме, мы, наверное, поедем. Куда вы поедете? На другие вызовы. Что случилось? Что случилось? У вас астма. Воняет просто от тебя. Подождите, не уезжайте, я просто уже 3 дня ни до кого не доебывалась. Кажется, я выхожу замуж. Покажи мне его. Ну, я еще не выбрала. Знакомые лица, особенно справа. Катастрофа! Астрологиня! Ай, сука! Ретроградный Меркурий! Это не то, что нужно. Чакра любви закрыта. Не та фаза. Андромеда одобряет. Рога Козерога, обычай хвост, а и ретроградный Меркурий, сука. Ну, наливай, ну! Катя! Ретроградный Меркурий, сука. Как-то вот так. Страйки распределяют. Компьютеру дай отдохнуть. Так, давай закругляйся. Я здесь не домохозяйка. Давай еще походим, если что, придем обратно. А если тебя друг попросит с 9-го этажа прыгнуть, ты тоже прыгнешь? Я, по-твоему, деньги печатаю, что ли? А зарегистрируй меня в Одноклассниках. А ты так со мной не разговаривай. Вот будут дети свои, поймешь. Нет, у тебя что, своего дома нету? Домой! Нет, ну никакой помощи, а! Домой, я сказала! Нет, ну что сухомятку ты ешь? Вот я в твое время. А ну-ка, дыхни. Не ешь, это на праздник. Жене свой характер будешь показывать. Вечер в хату я, Лариса. Я мать 7 детей. Битого за шаурму не хотите, блядь? Рассказываю. Зашла я в ларечек с шавухой. Стоит пацан какой-то, ну встала я перед ним. Ну а шо, я мать, мне можно. А он такой, женщина, тут очередь. Еще я за пи***ми не стояла. И говорит, у вас в штанах. Вот это поворот! Говно дерзкое. У меня, говорю, 7 детей. На минуточку, блядь. А ты, вышел отсюда. Ты меня понял? Ты меня понял? Ты меня понял? Ну, начал я его толкать, царапать, бить. Не, ну если он сам напал на женщину. На мать! На мать! Короче, порвала я ему футболку, штаны и пакет. Так шавуху и не купила. Да никто не хочет меня понять. А я же... Ля, папа, можно мне за рулем? Нет, нельзя. Пожалуйста. Да я сказал нет. Я аккуратно буду. Че, сейчас погоняешь? Я тебе дам, погоняю. Жми на кнопку. На кнопку нажми. Тупица. Так, сядь нормально. Нормально, сядь. Руль двумя руками возьми. Все. Да что ты попасть не можешь, что ли? Поворотник выключи. Поворотник. Да как? Да обычно, как ты включил, так и выключи. Ой, баклажан, а. Ну что ты делаешь? Все, Платон, все, выходи из машины. Постоянно кричишь на меня и... Нормально выучить меня не можешь. Можно я хотя бы музыку со своего телефона поставлю? Мое имя Тей, по фамилии я надо... Ты нормально что-нибудь можешь включить, а? Развези меня туда. Вот эта музыка, я понимаю.